Для того, чтобы начать заниматься автоспортом или дрифтом, научитесь сначала зарабатывать деньги. Про Nissan SR20 говорять, що це пакет молока, да? Так? Двохлітровий. Так, так. У мене акція 2,5. Начиналось с того, я не стремился стать пропилотом, я всегда стремился познать то, что я хочу познать, как управлять автомобилем, что с ним, как делать, физику этого движения. Вот такая вот у нас жизнь автомобилистов, мы этим живем. Это не за деньги, это за любовь.